Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в прикольную игрушку под названием Sleeping Dogs. Так, надо услугу оказать, давайте предложим помощь. Пошла вон. Может, не одолжение. О, на Уидни, да, в чем дело? Пришло мне пятно. Так, надо вернуть. Пойдем быстро вернем ей. Иди вон. Так, надо все бегать. Бегать надо все. Да идите вы. Я сейчас начну бить вас. Так. Тихо, тихо, тихо. На, я уже знаю, что ты начнешь меня бить. Тварь вонючая. Иди нахер. Да иди ты, я думаю, что не знаю, что ты меня ударишь. На тис. Иди вон. А, думал, такой крутой. На, блин, ты задолбали. Сколько вас тут еще? Как это я промазал? На. Все, сам напросился. Иди сюда. Первый готов. Второй готов. Чего так смотрите? Теперь и ты это получишь, да? Так, что кто еще получит? Ты у нас получишь содовый, хочешь? Не хочешь? А я тебе сказал, ты захочешь, понял? Твою мать, надо было кнопки нажать. На, я первый. А теперь можно доставить. Спасибо. Не едясь-то. Очки авторитета. Да. Встретиться с Уинстоном на кухне. So what'd you do? Nothing. Say mut the mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for why he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I'd take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jacket here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Gaton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Да, только приехал в эту Японию, и тут у меня дела. Готовят, можно увидеть, как готовят, можно увидеть, как едят. Так. Ответить? Ок. Только каково? Отчет. И что я тут должен увидеть? А, увидеть биографию. Ну это копы нам присылают увидеть биографию. Так. Фейерверки. Вы находитесь слишком далеко от ночного рынка. Чего? Узнаю у Куана, где находится Мин.
А в чем прикол, сейчас забыл? Эй, ты куда лазишь? Так, нам сюда. Все-таки не туда надо было сворачивать. Идите вон. Так, идите в жопу. Извините. Идите в жопу. Извините, идите в жопу. Так, но я уже тут, а чё такое? Ты, блин. Чё тебе надо? I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand right around the corner. Вон он. Если красный, значит, надо его что-то с ним убить, что ли? You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? What are you going to do? Ming, I got a message. Вот зачем надо было кричать? Нельзя было просто его догонять. Точнее, просто взять его и уничтожить. Упс, я нечаянно. Говно, я его почти-то достал. Прощай, жизнь. Ну какого хрена, но он же спустится вниз. Там же только один путь, вниз. Ах. Эй. Это какого хрена меня начал тут? Сворачивай туда. Отвяньте. Все, я понял, значит. На. Идите в жопу, не видите, гоняясь. Тихо, тихо. Ничего себе, человека столкнул. А, да, там путь не вниз. Идите вы в жопу, не видите, я догоняю. Еще какой щит. Идите в жопу. Не видите, гоняясь. Да чё апельсины? Они вкусные. Чё ты их разбрасываешь? А? Повелся. Я знаю, что тебя догнать нельзя. Мы сейчас потому что будем драться. С его ребятками. Вот сейчас вот. Держите его, ублюдки, да? Ну, а кто первый? Да не пошел бы ты. Кто следующий? Нет, чувак, не повезло. Кто следующий? Опять-то, да не-не-не, не так. Да чего вы только нападаете? Я ж тебе второй раз отбил яйца. Только не говори, что они у тебя крепкие. И не говори, что у тебя их совсем нет. Иди-то нахер. Все, суперсила у меня. Пошел. Нафиг. Опа, на. Так, защищаешься, значит? Иди сюда. Ой. Я понимал бы, если бы... Не-не-не-не, никуда ты не уйдешь. Так, чувак, мне надо вот это вот закрыть. Извини, но мне это надо закрыть. Потому что тут этот чувак. Все, мы пришли. Это один из людей, Уистон. А у него нож. Сейчас поработаем, ребята. Гейм овер. Гейм овер. Чувак, да не надо меня бить, ты же сейчас сдохнешь. А я говорил.
О, вот это вот я понимаю, хедшот. Так. Ой, я не так хотел, извини. Остался ты? Тебя-то только надо победить. После проведения успешной контратаки еще раз ударьте врага. На тебе. Ах ты ж сын. Меня не так просто победи. На. Да ты вечно живешь, да? Лысый. Больно. Понимаю. Но так надо. Если у меня Winston owns this area. You fuck with us, and you'll regret it. Okay, okay, but please make sure Dog Eyes doesn't kill me. Полистать. А, черт. Вот, блин, пришли. Твою ж. Уэйшэнь? Уэйшэнь? Я инспектор Тэйн. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Oh, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Давайте будем по миссиям играть в Sleeping Dogs, так что будет так интереснее, может. Потому что они тут будут каждый раз долгие. Так что, ну давайте, всем пока, с вами был Филипп, и мы играли в Sleeping Dogs. До скорых встреч, подписывайтесь, ставьте лайк.